Первые елочные базары откроются в Московской области уже к середине следующей недели. Всего планируется организовать 260 точек продажи зеленых красавиц. Ну и полным ходом идет подготовка к зимнему туристическому сезону. Культурные и исторические места уже ждут жителей и гостей. В регионе в рамках популярного губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» пройдут уникальные выставки, фестивали и ярмарки. Уже сейчас открываются катки, обустраивают трассы для катания на лыжах, горки для спуска на санках и тюбингах. С 1 декабря все муниципалитеты будут празднично украшены в едином стиле проекта. В этом году он был обновлен. В Подмосковье будет организована 61 новогодняя продуктовая ярмарка, а также фудкорты, продажа товаров, народных художественных промыслов. Во время праздников жителей и гостей будет встречать Дед Мороз. На площадках играть новогодний плейлист. Для детей организуют программу выходного дня. Будет анимация, соревнования и многое другое. Одним словом, организаторы обещают, скучать не придется. Выбрать подходящий вариант отдыха на новогодние каникулы можно на сайте Комитета по туризму Московской области. А вот куда больше всего хотят поехать мытищенцы и что знают о проекте «Зима в Подмосковье», узнали наши корреспонденты. Я слышала о проекте «Зима в Подмосковье». Слышали о том, что очень много всяких ярмарок, очень много выставок. А когда это еще и бесплатно, не бьет по кошельку, вдвойне и втройне приятно. Не как дома работа. Ну, вы не по адресу. Мы уже старые, чтобы вот посещать всякие вещи. Мы вот тут еле ходим, а вы тут посещать кого-то хотите. Был я и в Зарайске, и в Коломне. Это когда все нормально было. А сейчас уже побывал я везде. Ну, я рекламу видела, да. Я люблю, конечно, ездить как турист, смотреть что-то. Ну, наверное, театр какие-нибудь с детьми сводить. Было бы хорошо. Ярмарки, конечно, хотелось бы посетить. Было бы интересно. А что еще? Ну, музеи, наверное. Еще какие-нибудь аттракционы на коньках или на ватрушках. Естественно, детские аттракционы с удовольствием. Горки – это вообще зимняя забава, самая лучшая.